мы сейчас смотрим ситуацию, да, которая происходит на сцене. В целом ситуация... У нас вот, полминуты осталось. В целом ситуация происходит такая, что Пугачева сегодня предавал нашу страну. В социальных сетях сегодня пытаются дискредитировать, еще раз говорю, военную спецоперацию. Мы их обратно ждем. Эти люди не заслуживают уважения никакого вообще. Уважение. Мы их обратно, мы их не пустим. И возвращайтесь сюда, не нужно вообще в нашу страну, понимаете? Они здесь не нужны никому. Александр Николаевич, очень коротко, ждем их обратно или нет?